уже скоро более 6500 участников из России и всего мира встретятся во Владивостоке для участия в 5-м юбилейном Восточном экономическом форуме. Вас ждет обширная деловая, культурная и спортивная программы. Встречи, переговоры, подписание соглашений. Для того, чтобы сделать участие в форуме комфортным и эффективным, Организационный комитет продумывает сервисы и гостеприимство. Об этом мы вам сегодня расскажем. Мы рекомендуем вам обратиться на официальный сайт форума, где все достаточно подробно и качественно написано. Для бронирования авиаперелетов и гостиниц мы рекомендуем разделы «Транспорт» и «Гостиницы». Официальным авиаперевозчикам компании «Аэрофлот» зарезервировано более 3000 мест на маршруте «Москва-Владивосток-Москва». Для участников мы также забронировали бизнес-чартер. Владивосток – быстро развивающийся деловой и туристический центр. Транспортная система для участников Восточного экономического форума предусматривает специальные шаттлы от официальных гостиниц форума, включая круизный лайнер, который предоставит более 2000 номеров для размещения участников, а также возможность аренды автомобиля. Официальным автомобилем форума Genesis будет предоставлено более 200 комфортных машин. Хочу немного подробнее обратить ваше внимание на лайнер Costa Venezia. Это не только место, где можно комфортно проживать, но и место, где можно провести деловые переговоры, бизнес-завтраки, деловые встречи, конференции, а также воспользоваться всеми современными сервисами лайнера от спа до спортивных центров.